Приветствую вас, друзья! Сегодня мы будем рисовать веточку хлопка, так что сразу поставьте видео на паузу и перерисуйте набросок. Первый цвет у нас белый, разведенный с водой. План действий, в принципе, такой же, как был в уроке с цветущей вишней, так что если вы его не видели, то сначала посмотрите его. Использую синтетическую кисть размер 5 и бумагу для акварели. Она у меня уже с таким сероватым оттенком. Если у вас нет такой бумаги, то вы можете прокрасить лист в серый цвет, подождать полного высыхания, а потом переходить к рисунку. Мы нанесли основной цвет, теперь будем постепенно подмешивать черный и углублять тени. Причем не старайтесь сразу затемнить и нарисовать контур, лучше делайте постепенно в 2-3 этапа. И не забывайте, что если вы на палитре разводите краски с водой, то они будут получаться на бумаге более нежными, прозрачными, воздушными. И еще раз скажу, что так же, как в уроке с цветущей вишней, мы сейчас нанесем все цвета, а затем сверху покроем таким прозрачным слоем белого. Вот тот самый финишный слой белил, разведенных водой. И также можно темно-серым цветом аккуратно, тоненько, кончиком кисточки пройтись по контурам, чтобы уточнить их, выделить. Отлично, половина работы уже готова. Переходим к веточкам. Смешиваем охру и немного зеленого цвета. Закрашиваем полностью веточки, это основной цвет.
Теперь к этой смеси зеленого и охры добавляем немного коричневого. Будем затемнять постепенно, точно так же добавлять тени, углублять их, прорисовывать какие-то маленькие детали. Если вам неудобно делать этой же кистью, то возьмите синтетику размер единичка или нолик и ей прорабатывайте маленькие элементы. Добавляем в замес еще немного коричневой краски. Также можете взять капельку черной, совсем чуть-чуть. И продолжаем затемнять. Я думаю, вы уже поняли, что я люблю наносить в 5 слоев цвета, в 6. Чем больше разных оттенков, тем, мне кажется, интереснее выглядит рисунок. Теперь интересный момент. Я взяла цвет под названием английская красная. Можете заменить просто красной краской и смешать ее с капелькой коричневого цвета. И местами делаем такие штрихи, чтобы было ощущение, как будто веточка у нас бликует на свету таким красноватым. После этого продолжаем затемнять, пока не добьемся нужного нам эффекта. Добавляем коричневый, темно-коричневый, и также вы можете добавить на вот эти вот срезанные веточки или отломленные веточки немного охры, разведенной с белилами, смешанной. Вы можете добавлять сколько вам хочется деталей по желанию, пока вас не удовлетворит результат. Вот такой результат получился. Надеюсь, вам понравилось, и вы тоже попробуйте. Не забывайте подписываться, ставить лайки, не пропустите новые видео. И до скорых встреч. Пока-пока!